Дисклеймер. Привет, Рит. Сегодня мы с тобой продолжим проходить растения против зомби. Да, я их перепрошел уже, по-моему, 3 раза. Первый раз на запись, второй раз после установки ВНД, и третий раз пришлось проходить, потому что я второй раз винду переустанавливал. Где-то поймал, я не понимаю, где-то вот словил вирус, причем настолько мощный, что вообще ничего не мог сделать. Максимум винду сбросить, и все. Я не понимаю, откуда эта фигня пошла. Я вообще ничего тогда не скачивал. Все, ну, Steam и Epic Games. Все. Оно прям жопой накрылось, прикинь. В итоге пришлось винду сбрасывать и перепроходить заново. Но сейчас я подстраховался. Теперь после каждой записи буду копию сохранений делать себе на второй жесткий диск. Все, 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 все. Я все продумал. Так, смотри, я попытался максимально воспроизвести то, что у нас уже было пройдено. Ну, как видишь, цветы купил тоже 5 штук, но не в том порядке, не те цвета, но я думаю, это не критично, правильно? Ничего сильно-то и не изменилось от этого. Да, блин. Так. 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 Мне, по-моему, сказали, что после граммофона надо, правильно? Продавать их, когда они уже начинают светиться. Это типа максимум, что они могут дать. Поэтому уже можно не скупиться и продавать их. Сейчас, подожди, у меня закончился корм. Покупаем назад. Угу. Так, и пазлы я все прошел. И за зомби, и за забой. Твою мать, я не то потратил, да? У меня просто тут значок записи идет, и я не вижу, что там. И я зря корм потратил, да? Шипись. Сколько? 750 это за 5 покормок? Или за 10? Подожди. 5 покормок. Зашибись. Это сколько? По 150? 150, 300, 600, 750. Да, все верно. Так, вода подойдет, не? Значит, он корма просит. Отлично. Так, и... А этот, по-моему, еще ничего не давал. Правильно? Но он ничего и не требует. Какой странный цветочек. Ладно. Возвращаемся. Смотри, пазлы я все прошел заново. Я уже заколебался. Я лучше страйк не стал повторять. Ну его нахер. Третий раз у меня уже просто сил не хватило. Сюжет я перепрошел. Достижения все те же самые. Вот приключения закончить. Картофельную мину использовать. Зомби. Вишни взорвать. Да-да-да. Все это я уже делал. Возвращаемся. Да, теперь при переходе почему-то вот такая вот хрень. Потому что... У меня вырубали свет во время записи, и игра просто полетела. Я пробовал переустанавливать, но нет. Там, видимо, какая-то ошибка закралась. Но я думаю, это не критично, правильно? Просто когда в достижении спускаешься, такая хрень, а в остальном все то же самое. Потом, смотри, зомби-альманах и зомби-йети я так еще и не открыл. А растения здесь, какие были куплены, те и остались. Все, по-моему, то же самое. Мини-игры вот так вот, но тут я не помню. Проходил ли я дождь семян, пугалку и еще дальше. Потому что я помню, я вот эти вот уже проходил, но я тогда делал запись, тогда как раз таки свет вырубили и запись не сохранилась, понимаешь? Вот я и не помню, это выкладывали или нет. Я попытался полистать, по-моему, ничего такого не было. Но сейчас мы, ладно, сделаем. Ну все, все остальное, как я тебе показал, все то же самое. Так, давай тогда мини-игры и вот пойдем. Так, дождь из семян. По-моему, будут просто падать растения. Угу. Так, 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 так. Пока все спокойно. Сейчас мы тогда мини-игры пройдем в этом выпуске, и потом в следующем еще будем проходить эти мини-игры. А потом найдем, что еще. Выживание попробуем на третий выпуск. Что там вообще? Воду. Воду плюхнулся, или это я поставил? По-моему, плюхнулся. 4 волны, они многовато ли? Не, подожди, а куда мне ставить? Я пока не знаю даже. Блин, оно сейчас исчезнет. Да и лед мне некуда ставить. И где они вообще все? Ставим так на всякий случай. Ага, вот он идет. Отлично. Одного нашли. Не, в воду, видимо, не плюхался. Это от кувшинки звук был. Ну, я не знаю, давай вот так вот. А то оно сейчас исчезнет. Просто и все. Так, есть у нас еще что? Ага. Так, мы защищены теперь со всех сторон, это отлично. Ага, это сверху идет, я вижу. Капустку давай так. Ну все, отлично. Теперь осталось для воды что-то поставить. И минимум, минимум, у нас уже есть. Да, для воды лучше прям что-то жесткое ставить. Вот этот ряд, я думаю, оставить, мало ли, дадут печку. Огненные шары намного больше урона наносят. Тыква мне нафиг не нужна. Давай вот сюда и вот ее поставим. Это если фонарь дадут,
Я фонарь сюда поставлю. Так, ну обычный пускай тут стоит, ладно. Перец чили, ну просто некуда его ставить. Ну ладно, давай. Он все равно исчезнет. Пускай хотя бы так будет. Да что так много кувшинок? Вот они нафиг в целом не нужны, и сохранить мне их некуда. Они просто падают и падают. О, во-во-во, понеслась, смотри. Во, отлично, идеально просто. А лед есть смысл использовать, но он все равно сейчас исчезнет. Давай подождем, может успеем, сейчас волна пойдет, и мы сразу на ней используем лед. Не-не-не-не-не, сейчас исчезнет, исчезнет. Ждем следующей карточки. Водное растение, ладно, ждем. Когда водное растение начнет исчезать, значит... Монетка. Монетки нельзя упустить. Ладно. Ладно, кувшинка уже не... Ладно, поставлю. Но слишком много их, слишком. Орех, ну куда мне орех? Ну давай перед фонарем, чтобы фонарь не сожрали. Водоросль, давай. Так, вот здесь вот слабая защита. Тут всего один грохострел, считай, фактически есть и все. Нет, все, нам кувшинки больше не нужны. Сразу в начало ставим. И все, чтобы они тут остановились и их сожрали. Так справится? Обычный грохострел с конусом? Вот это мощно, конечно, мощно. Так, отлично. Вот здесь ставим, но здесь нельзя, чтобы нам какой-то зомби пришел. Нужна какая-то защита. Или орех, или тыковка. Я же мог сюда тыкву, а сюда орех поставить, реально. Да, сейчас, конечно, угадал, ага. Да-да. Тут больше, чем два фонаря, вряд ли дадут. Так, труса гриб давай поставим вот сюда вот. Да, потому что прям отлично сюда подойдет. Смотри, у нас тут двое идут. Оп. Гений. Нет, кувшинки ставим вот сюда вот. У нас реально слишком много кувшинок, нам столько не надо. Так, с газетой это плохо, нам надо кто-то вот... Давай вот так поставим, ладно. Но нам кто-то сюда нормально нужен, стреляющий. Да, потому что его сейчас грохнут. О, отлично. Замечательно. С ведром. О. Ну, кстати, я посмотрел, я все-таки не потрудился, смотри, альманах. У капусты больше, у него средний урон, а у зернышка легкий и среднее масло. Так что... Кукуруза, я выяснил, что она хуже, чем капуста. А еще тут в зависимости от как ты установишь игру или еще чего-то, я не знаю. Тут будут немного по-разному выглядеть волны зомби. Ну, я говорю про то, мини-игру указывают эти вот. Когда режим «Я зомби». Играешь, и вот там прям меняется, слушай. Там прям вообще, ну не то чтобы... Другие зомби дают или еще что-то. Нет, просто меняется в том смысле, что растения по-другому ставятся и зомби по-другому в другом порядке ставятся. Вот так вот. Ой, это прям слишком жестко сюда поставили. Ну ладно, пускай. Да, и не ошибся, что сюда поставил картофельную мину. Хотя зря, да, его уже добьют сейчас. Ладно, быва. Ой-ой-ой, а куда мне кактус ставить? А я ж не знаю. Про... Нет, не туда, нет, пожалуйста, ну нет. Гнида. Почему именно тройное? Вовремя лед упал, конечно. Так, есть что-нибудь? Труса гриб, ну давай, я не знаю, вот сюда поставим уже. Ледяной пока рано использовать. Так, уже можно. Ну вот, давай против металлического ведра. Оно мне все равно не нравится. Так, двойной горохострел ставим. Давай его сюда, потому что у нас лампочка. Лампочку не хотелось бы, чтобы съели. Потому что, как видишь, она больше не упала нам второй раз. Или, нет, третий раз. Она нам не упала до сих пор. То есть это за весь уровень дадут и нам, дали нам две лампы. И все, играй как хочешь. Так, трусогриб давай вот так. Ну все, более-менее защита хорошая. Но вот, правда, кактус. Кактус, конечно, это плохо. Всего один. Сейчас, если полетит где-то на шарике, мы его не собьем никак.
Давай оставим одну линию для кактуса. Вот эту вот. О, арбуз. Ну, придется вот здесь поставить, чё уж. Угу. Слабовато, конечно. А, тут тройного убрали, да, точно. Я уж забыл, тут тройного украли. Это плохо, понимаешь? Вот это, ну, вот куда могу поставить? Давай вот здесь, ладно. О, нет, я буду колючки ставить в начало, чтобы на них потом этот ледокаток. Во, каток наехал и подорвался. О, отлично, идеально просто. А, ну мне некуда тут. Ну, если что, трусы выкопаю и поставлю кактус. Это тоже не проблема. Вот с этим прикола я так и не понял. Когда вазобой мы играли, он просто... Когда вазобой играли, он взрывался, а сейчас вообще ничего. Он прям вообще ничего не делает, я не знаю. Какой-то бесполезный вообще зомби. Так, 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 ну орех, ну давай его сюда поставим. Хотя можно было бы дождаться замены для этого, но это долго. Вишня, ну давай, ладно, тут. А зомби с ведром на воде. Такое себе сочетание. Нет, слушай, с этой шляпой не лучше. Ладно, избавляемся от этого. Уж лучше стреляющего поставим. Колючку? Колючку крадет? Серьезно? Ну этого даже я не ожидал. То есть оно даже под воду не затянуло. Оно просто, ну, похищай меня полностью. Так, вишню тратим. Да, это что-то жестко. Давай, давай. Хорошо. Вот сюда вот поставим. А сейчас, прикинь, колючку дадут в морскую. Шахтер еще может быть. Ну, давай посмотрим. У нас ряд в целом есть, если что. Сука, футболист. Вот как не в тему вообще. Ну, отлично. Шахтера у нас нигде нет. Так, ну его, смотри, уже довольно-таки сильно помотало, хотя он только пришел. Нормально, с ним уже, считай, справились. Вот здесь вот ореху совсем плохо. Ладно, ставим везде и все, а там, если что, я уже выкопаю ради... Угу. Там уже выкопаю ради этого кактуса. Не, ледяной нам пока нет смысла использовать. Да блин. Где? Ага, сейчас. Чеснок, конечно, да-да-да. Смешно. Давай, добивай его. Молодец. Да блин. Че ж ты никак не уймется, а? Так, есть. Ну все нормально вроде как. Хорошо, это забер... Ладно, пусть похищат, мы это водное растение. Море гриб поставим сюда. Давай быстрее вали отсюда, ага. Этот уже плачет. Дела наши плохи. Нужен орех, срочно. Да нафиг мне столько. Где там лопатка, вот. Добивайте его быстрее, наконец. А, это только шляпу снесли. Так, ну если что, против шахтера мы почти полностью готовы. Осталось только нижний ряд исправить и все. Но мне некуда это ставить, кувшин. Заколебали. Как же заколебали они. Ну все, зашибись, они съели орех. Мне нужен другой орех. Так, кукурузу меняем на арбуз. Что, кукурузу я тебе показал, она супер слабая. О, ну фонари. Спасибо. Вовремя, лучше бы орех дали. Давай отсюда будем отгонять лучше. Ладно, поставим вот так вот. И вот так вот сделаем. Отлично, вот это прям... Опять колючку, ну ты как ты заколебался вообще. И его даже не успевают убить, понимаешь? Он настолько быстрый. Деньга, монета. Фу ты. Ромашка. Козлы. Ромашку сожрать. Как так можно? Ну зашибись, тут все намеки на то, что будет шариком зомби. Но у нас его пока нет. Кстати, а мы уже выиграли? Так быстро. Ну почему нет? Я согласен. Так, в меню. Давай следующая зомби-невидимка. Да, по-моему, это было на записи, когда свет отрубили. Так,
Вот это мне прям не понравился уровень. Он прям отвратительный. Вот и где он идет? А хрен его знает, понимаешь? Можно сейчас чуть подождать. Ага. Вот мы и выяснили, где они. Так, а будет что-нибудь еще? Пока плохо все. Да, они тут будут не только обычные, тут будут прям вообще все. Ага, только начал идти. И футболист, по-моему, я могу ошибаться, но с ведром точно будет. И с конусом. Это прям вообще мне не надо. Но это обычный, по-моему. Или с конусом. Ну что-то он прям жестко держится. Смотри, по-моему, у него даже рука еще не отвалилась. Да, это с конусом. Ну, я по звуку его узнал. Он слишком близко подошел, так что лед прям необходимо было использовать. Да что ж такое? Нет. Ну, Кусь успеет сделать, да? Не, Кусь не успел сделать, отлично. А что у меня все стандартные растения? Дайте хоть что-нибудь. Кабачок мне пока не нужен. Опять с конусом этот. Так. Кувшинка. Мне бы еще одно растение. В целом, считаю, у нас полная защита есть. Самая слабая, но хоть какая-то. Нет, да кабачки нам нафиг не сдались. Этот что-то жесткий. Идет. Все, доходился. Так, все отлично. Пока орехи я использовать не буду. Я не знаю, куда ставить их. Так, ну вот здесь вот что-то уже слишком близко подошел. Наконец-то. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас еще и волна пойдет. Ну смотри, мне просто не падают. Мне 5 растений из 6 выпало, понимаешь? Почти за пол уровня. Ведро, зашибись. С ведром мы не церемонимся. Его я обычным горохострелом одним не выиграю вообще никак. Это нереально. Опять. Да. О! Тут был с этим, со шляпой этой конусной. Давай вот так вот поставим. Потому что уже, ну, явно. Ведро в воде. Без водорослей я должен выиграть, серьезно. Но у меня другого выбора нет. Придется кабачки тратить. Так, этот уже жрет, ты его добивай давай побыстрее. Так, это еще с конусом был, хорошо. Да добивай давай. Молодец. Куда, вот здесь вот. Да, тут с ведром идет. Сейчас большая волна пойдет. Так, туда я ледогрипп использую. Ага, тут жрет, вижу. Но тут ведро заколебал. Так, и этот что-то вообще наглый. А, ну кукуруза ж мало наносит урона. Мне вот сюда надо перед кукурузой кого-то нормального поставить. Заколебал. Капец, тут до сих пор еще есть, да? Нет, уже нет, отлично. Тин-тин-тин-тин-тин. Где-то идут, но я не знаю где. Все, вот так вот останавливаем их всех сразу, на всякий случай. Вот тут, по-моему, ведро. Да, вот здесь, по-моему. Может, даже их несколько где-то еще идет. Но там 100% есть. Ага, есть. Да, вот это вот, по-моему, ведро, и вот это вот. Два. Да, их два, зашибись. А, не, вот здесь вот только. Ладно, не суть важна, может уже здесь выбили ведро. Да, блин. Заколебал. Шлем только выпал. Поторпились, ладно. Да что ж такое-то, а? А, тут ведро. Да, тут ведро было. Ну вообще не в тему, слушай.
Так, быстрее добивайте. А, вот здесь уже. Слышишь? Зашибись. Я не вижу, где они. Не вижу. Да чё, это с этим, с дельфином, что ли? Он настолько жесткий. Да ты заколебал. Наконец... А, его только сейчас убили, нихера себе. Так, мне бы кувшинка... А кто это? А чё такой сильный был, слышишь? Нихера себе. Так, мне нужно срочно, 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 срочно. Срочно, видимо, не выйдет, да? О! А, этот еще и не замедляется, да? Ото льда. Зашибись, сейчас еще бобслеисты пойдут. То, что надо мне. Они, видимо, морозоустойчивые. Понимаешь? Так, мне нужна кувшинка. Но, видимо, мне кувшинку уже не дадут, да? Мне до этого много раз ее давали. Да. Вот это, что ли, ведро опять? Ну, заколебали. Ну, куда нам воду столько ведет? О, давай. Ки-ки-ки-ки-ки. Сейчас это используем, а потом еще и кукурузу сюда поставим. Все отлично, я надеюсь, прокатит, я хотел сказать. Тут ставим, ладно, уже пофиг. Пускай хотя бы два растения на воде будут. Но хотя бы будут. О, вот каток! Твою мать, нет. Чуть не раздавил. Да ты гандон какой, а. Ну все, он походу сожрал, да? А насколько он мощный? Может, я сейчас зря растения трачу? Кукуруза вообще ничего не делала. Кукуруза тормоз какой-то. О, да. Понимаю. А что так жестко вообще? В прошлый раз не так жестко было. А можно уже, не? А, ну зашибись, но в этом нет смысла. Спасибо. Вот это вот как уничтожить? Смотри, по нему бьют. И вообще пофиг. Ну, абсолютно насрать, смотри. Он уже раздавил первое, молодец. Сейчас второго, смотри. На, раздавил. Капец, ну сейчас хотя бы вторая волна. Главное на воде вот здесь вот не пропустить. Ни в коем случае вот здесь. А остальные, если что, газонокосилки подстрахуют. Так, вот это вот надо будет заменить, когда сейчас сожрут. Кигити, конечно. Что ты такое? Почему настолько сильный? Так, хорошо. Вот здесь вот кто-то жрет. Ну, надеюсь, добьют. По-моему, это с конусом. И это что-то жрет слишком много. Кого первым менять? Ну, видимо, нижнего. Да, видимо, нижнего. Хотя, что менять? Давай его сразу... Вверху. Вверху я не заметил, какая у меня жопа. Пускай пока... Да, это жесть. Мне кажется, сложнее стало. После того, как я начал третий раз проходить, по-моему, они все это записывают где-то у себя. И становится все сложнее, сложнее, сложнее. Так, давай так. Что еще нам надо? Так возьмем и так возьмем. Ну все, поехали. Вот это вот видишь, где невидимые звезды? Это надо только, можно только звезды посадить. И все, больше никого нельзя на эти места садить. Во-первых. Во-вторых. Что во-вторых еще? Во-вторых, когда мы посадим все звезды, после этого закончится уровень. Так, ну тут мы хотя бы зомби видим. Спасибо и на том. Блин, что-то рано посадил. Кстати, на места звездочек никого сажать больше нельзя. Прикинь. Если тут нарисованы звезды, только звезды. Все. Ты собираешься вылазить, не? О-о. Повезло. Так, хорошо, все. Так, главное звезды все засадить, и тогда после этого уровень закончится.
посадим вот так вот в центр. Хорошо, пролетаем сквозь. Отлично. Но мало одной морской звезды, конечно. Надо еще что-нибудь. Ага, капуста подойдет. Потому что одна морская звезда бы не справилась вообще. Хотя она больше, знаешь, на кусочек манго похож. Ну реально, или не манго, или авокадо. Не, скорее всего манго вроде бы. Так, я понял. Больше звезд лучше ставить, потому что это хотя бы несколько рядов сразу может задеть. А две капусты я сейчас точно не смог бы посадить. Так, так, так. Но что-то по центру прям максимально нагло идет. Вы давайте напрягитесь, ребят. Вы чего, чего, чего делаете? Быстрей. Нет, не смей жрать. Ах ты, падла. Повезло, повезло. Так, хорошо, ну все. Теперь я точно не проиграю. Вот прям смотри, прям стопудово выиграем. Потому что, ну, уже есть много очень этих морских звезд, и хрен кто тут пройдет теперь. А вот он, конечно, может, да. Это я что-то понадеялся рановато, конечно. Так, ну давай еще морскую звезду вот сюда вот можно будет поставить. Быстрей! Быстрей! Сожрет же. Успел, 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 успел. Спасет меня это? Да, спасло. Отлично. Ну все, теперь точно никто не пройдет. Морскую звезду поставил. Угу. Так, собрал, собрал, все пособирал. Так, ну уже более-менее нормально. Тут тоже будет и волны, и все остальное. О, волна, я же сказал. Так, куда мне вообще стоит ставить? Ну, вот сюда вот, я думаю, поставлю. Да, замечательно. Так, зашибись капусту бы еще одну поставить. Вот сюда, вот, чисто, знаешь, для подстраховки. Ведро. Ну, ведро я, конечно, не рассчитывал тут увидеть. На всякий случай картофельную мину поставлю, потому что, ну, ведро, ты сам понимаешь, дело такое. Еще одно ведро, ты что, издеваешься? Хотя с верхним ведром, смотри, практически справились. Может, с нижним тоже справиться. Но это тоже по диагонали, так что, по идее, должны. А может и нет. Ладно, рисковать не буду, вот так вот сделаю просто и все. Ставим еще одну морскую звезду, вот так. Хорошо. Ставить мы на этом уровне морские звезды можем куда угодно. Просто пройдем, если именно на вот эти вот прозрачные места поставим. Так, ну, с верхним ведром у меня уже готова мина, я не волнуюсь. А, вверху есть капуста, а внизу нет. Вот почему там вверху справились, а снизу нет. Так, 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 что-то они ускорились. Видимо, сейчас будет опять финальная волна. Не, пока нет, отлично. У нас есть время. О, купить еще две морские звезды, и все, вот сюда я вот посажу в последний момент. Потому что она слишком близко к зомби. Они могут успеть ее сожрать. Ну, с этим ведром, я думаю, справится. Справится же? Да, справится. Давай ставим вот так вот. Так, все, отлично, отлично, отлично. Осталось одну звезду поставить. То есть нам надо еще 2-3. 3 солнышка. 2-2-2-2 быстрее. Может сожрать. Не, не успеет уже. Давай, 2 солнышка. 1, 2. Отлично. Просто изи. А выпуск получится довольно-таки большим, поэтому мы будем в два захода проходить. Вот первые уровни, и потом второй ряд. Так, ладно, давай так. О, это зомби-аквариум. Это прям вообще прекрасно. Это мне прям понравилось. Мини-игра, она прикольная. Ты, короче, мозгами... Ты максимум 3 мозга можешь поставить одновременно. И они, короче, плывут и хавают их. Это просто обычный симулятор аквариума. Я думаю, ты про такие игры слышал неоднократно. Вот, максимум 3 мозга, можно и все. Когда они съедают, или он когда опускается на дно и исчезает, тогда можно уже следующий ставить. Да, их кормить обязательно надо. Во-первых, они сдохнут, если их не кормить. А во-вторых, солнышки не будут давать, если сдохнут. Очевидно как.
Так, хорошо, поставили. И нам надо за 1000 солнц. То есть, если мы 1000 солнц накопим, это ничего не изменит. Даже то, что тут написано, что это миссия такая. Мы должны за 1000 солнышек вот здесь вот купить кубок. Вот тогда мы завершим эту миссию. Хорошо. Они по 25 солнышек дают, по-моему. Подожди. Да, по 25 солнышек. То есть, так же, как и обычный подсолнух. Уровень вообще не сложный. Ты думаешь, в смысле не сложный? Ты сидишь в нуле, что ты выпендриваешься? А это потому, что я покупаю как можно больше зомби. Сейчас, когда я понакупаю их много, они будут постоянно солнышки давать. И можно уже будет быстренько завершить уровень. Как ты видишь, я клацаю в одном месте, чтобы они далеко не отплывали. Все, видишь, вот так вот останется только солнышки собирать, и все. Кстати, один мозг стоит 5 солнышек, да? Да, 5 солнышек, один мозг. Блин, ну они уже, видишь, как быстро появляются, я даже не успеваю собирать. А вот так вообще жесть, что будет. Во-во-во-во-во, понеслось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, аккуратней. Есть смысл еще зомби покупать? Я думаю, нет, потому что они и так сейчас очень много дают. Только время тянуть зря будем. Так-так-так, понасобирал. Так-так-так, хорошо. Ну все, смотри, мы почти накопили необходимое количество. Так-так-так, так. Почти готово, спасибо, Эвик. Все, выиграли. Как ты помнишь, я хочу купить каменную колючку. А, мы, по-моему, еще завершили на том, что граммофон купили, правильно? Да-да-да-да-да, граммофон еще покупали, ладно. Сажай. А, этот уровень. А, ну да, этот уровень я же тебе показывал. Кстати, тут можно вот так вот просто наугад крутить, в рандомные места жать, и все равно выиграешь. Тут в целом и есть смысл только вот так вот в рандомные места нажимать, потому что сидеть и каждую высматривать, ты реально, ну, просто заколебешься. Нам надо сколько? 75 раз найти их. Так-так-так. Так-так-так-так-так. Чпонь-чпонь-чпонь, и сейчас соберем все. Так, ничего нет. Так, есть, отлично. Нет, пока все. Если, смотри, у нас больше нет вариантов, жмем вот так вот, перезапускаем за 100 солнышек. Нормально, мы еще также можем прокачивать растения, видишь, за солнышки. Но в этом я не вижу, хотя в этом, наверное, есть смысл. Потому что каждый раз зомби будут все сильнее и сильнее. И чтобы не проиграть, потому что они могут все сожрать тут. А если они сожрут, то надо будет, по-моему, за 200 солнышек восстанавливать дырку. Угу, хорошо. Так, понаставили, хорошо. Здесь есть. Во-во-во, видишь, этот уже идет. Падла. Так, мешаем. Во, отлично. С этим справились. Хорошо, а то он бы сейчас сожрал и все. Было бы плохо. Так, волна. Я вообще не вовремя. Так, и что, больше нечего, да? Кстати, у нас же солнышки есть. Че, я буду просто томить у себя, правильно? Мы вот так вот просто будем делать. Ага. Прокачаем на всякий случай, потому что, ну... Толпы идут, мне не надо, чтобы они сожрали что-нибудь из этого. Так. Так, больше некуда, да? Нет, есть еще места. Так, хорошо, сколько там? 50 из 75. Совпадение, это уже неплохо, мы почти выиграли. Так. Хорошо, меняем. Так. Лучше всего менять именно нижние ряды, потому что потом вверху будут падать, и уже может быть комбо, за что дадут больше солнышек. Хорошо. Во, видишь, про что я говорил. Зачем больше солнышек? Да не зачем, просто чтобы мы могли сверху вот это вот все прокачивать. Угу.
Так, все что ли? Закончились варианты. Ага, я думаю, здесь мы можем проиграть тогда, когда у нас полностью солнышки купят. Поэтому кончится, поэтому не злоупотребляем этим вот. Прокачка это всякой. И плюс еще перемешиванием. Тоже не стоит. Так, хорошо. Сколько там осталось? О, уже чуть-чуть осталось. Раз, два. Все, это было быстро. Но, по-моему, это не единственные пазлы. Тут еще одни должны быть. Три в ряд. Не крутить, а именно перекладывать. А где оно? А я не вижу тут... А, пугалка. А я ее не прошел, да? Да. Потому что я не вижу из-за записи. Тут кубка нет. Ладно, ну сейчас попробуем еще раз. Ну, это уже получше. Вот это вот прям получше. Мне нравится. Он то бред был. А здесь, видишь, вот так вот. Просто три в ряд. Так. Вот здесь уже рандомно не поделаешь. Потому что тут рандомно ничего не выйдет. Тут надо прям высматривать. Если ты долго тормозишь, то цветочки... Ходов больше нет. Хорошо, во-первых, подсказка есть, когда ходов больше нет. А во-вторых, тут еще начинают подсвечиваться те растения, которые можно поменять. Так, хорошо. Смысл тут точно такой же. Прокачиваешь, чтобы было легче играть. Угу. Все, больше ничего. Нет, вижу. Так, во, отлично. Лучше менять именно тройные. За 4 там. Единственное, что будет, это на одно солнышко больше. В этом нет смысла. Угу. Так, хорошо. Ага. Так, вижу. Вот про что я говорил. За 4 просто на одно солнышко больше. Это погоду не сделает. Так, главное, чтобы они не сожрали у меня. Мне это солнышко будет стоить возместить все это. Так. Че, все? Нет, делаем так. Хорошо, так. Есть еще что-нибудь, не? Пока не вижу. Ага, вижу, вот. Ну, уже 39. Плюс еще, хоть это немножко и сложнее, чем предыдущее, просто рандомно тыкать. Но это прям лучше. Прям лучше и быстрее делается. Есть еще что-нибудь? Есть, вижу. Ледяные. Пока не было надписи, что ходов больше нет, значит где-то еще есть. Так, ты тоже внимательно смотри, посмотришь, насколько быстрее ты обращаешь внимание на растения, чем я. Куда музыка исчезла? Слушай, верни. Так, вижу. Ага, пусть идет. Ходов больше нет, понял. Так, двойное мы растение поставили. Хорошо, двойной грохострел. Отлично. Так, орех есть. Орех тут тоже есть. А здесь так есть. Здесь хорошо автоматически собралось. Так, вот это мне не нравится. Мне надо пониже опустить. Ага, вот отлично. Видишь, сожрал. И за 200 солнышек придется восстанавливать яму. Так. Это мне не нравится с ведром. Отлично. Получилось. Так, замечательно. Так, хорошо, сколько? Осталось 5 совпадений. Но это мы быстро сделаем. Раз, смотри. После чего мы делаем... 2 делаем. 3 делаем. 4 делаем. И 5 делаем. Вообще на изи. Так, берем меню продолжить. Большие проблемы, маленькие зомби. Да, это просто когда малюсенькие зомби были, ты это помнишь. Отвратительный уровень. Тут обычно в говно всякое дают, и растений вообще боевых не дают. Вот, смотри, вот про что я говорил. Орех, здорово. Как я орехом должен уничтожать? Вишня. Кувшинка. Да ты что? Орех. Кувшинка еще одна. Про что я и говорил, но это жопа. Это прикол, да? 2 вишневые бомбы, спасибо, но это погода не сделает. Зашибись, еще этот бежит, мудак.
Сейчас этот, я хочу, чтобы успел подбежать сюда, но он, видимо, уже не успеет подбежать, да? Хорошо, ну хотя бы так. Так, футболиста сразу убираем, потому что он будет мешать. Ну вот, вот что это такое, вот объясни мне. Одно растение дали, хотя сейчас уже начнется волна. Понимаешь, сейчас начнется волна, а у меня вообще ничего нет. На воде зашибись. Еще эти уроды идут. Да, у меня внизу как бы сейчас пройдут. Да, вы, ребят, вообще молодцы. Ну на тех кувшинку еще одну пожри. Кстати, зачем зомби хотят мозги съесть, если они их в целом растения устраивают? Так, нет, вот так вот делаем. И делаем так, все. Хорошо, погнали. Делаем так. И вот так делаем. Ну, ты давай побыстрее как-то. Сейчас сожрет же, ладно. Так, хорошо. Замечательно, просто замечательно. Не-не-не, бежать мне тут не надо. Давай, стреляй хотя бы чуть-чуть активнее, будь, а. Давай так. Ну вот смотри, ну вот и что. Двоих, да, есть сразу двоих. Оп, отлично, тут вот так вот можно делать. А сверху придется уже вишневую бомбу использовать. Но тут уже выбора нет. Отлично. Но по-другому больше никак. Не получается, как видишь. Так, вот здесь вот на кувшинке надо еще поближе делать орехи. С этому вообще пофиг, смотри. Орех мы оставим, потому что они по-любому сожрут парочку орехов. Угу. Слушай, это неугомонный какой, смотри, он сейчас один просто травмирует мне орешек. Травмировал, смотри. Зачем мне столько орехов? Наконец-то. Фу. Да, даже в таких сложных условиях все равно получается как-то выигрывать. Но они сейчас сожрут. Есть, отлично. Так, еще один горох и стейл есть, пока мы его использовать не будем. Потому что некуда. Ну давай вот так вот. И вот так вот, потому что они по-любасу все равно успеют. Так, делаем так. Делаем так. Так, этот мне не нравится. Да вы что, издеваетесь? Так, делаем тоже вот так вот. Так, ну вот здесь два ореха. Ну, вряд ли, конечно, но посмотрим, вдруг получится. Вот так уже получится, слушай. И так хотя бы играть можно. Так, вы прекратите жрать уже. Ага. Фух, то есть Блин, с футболистами, конечно, могут регбистами этими справиться, но... Тоже тяжко. Так... Падла. Вот так вот сделаю. Да, я обнаглел до того, что уже выкапываю здесь растение. Этого я не заметил вообще. Но с этим справиться вот. Ладно, пошутил, не справится. Все, вот так вот более чем достаточно. Все. По два растения больше уже, я боюсь, не осилят. Ай-яй-яй, сожрут же сейчас орех. Ладно, давай сделаем вот так вот. И вот так вот. Так, думаю, более грамотно будет. Так, они сейчас сожрут орешек, и здесь мы ставим вот так. Зашибись. Чё они так плохо сносятся-то, а? Так, ну, в любом случае, пофиг, у нас последняя волна осталась. Так что, я думаю, справимся. Вот так вот орех ставлю. Убираем здесь. Ну все, справится. Слышишь, три сразу в одной линии. Они оборзели или нет? Все нормально, ничего не смущает. С такой защитой, видите ли, должен троих сразу, нифига себе.
Так, и вот здесь вот последний зомби остался. Хотя, да, я мог просто сразу вишней добить его, но не заметил ее. Теперь самый жесткий, как по мне, будет уровень. На финал сегодняшний оставлю зомботанику. Ну это жестко. Не хочу. Не знаю. Но орех по любасу пригодится. Ну, понимаешь, маловато будет одного ореха. Кукурузу нахрен убираем, берем так. Потом это нахрен убираем, берем арбуз. Так, бац, защита, атака, защита. Это нормально. Отбиться. Нормально, погнали. Блин, а я ж не знаю, сколько у них еще здоровья, понимаешь, у этих мутантов-зомби. Так, ну пока все спокойно. Все, уже не спокойно. Нет, прекрати, ты что? Ты сразу так делать начал. Да ты чё? Ай-яй-яй-яй-яй. Да твою мать, чё за... Ну тут вообще пофиг. Можешь хоть усраться. Подожди, а если мина вылезет, он по мне и будет попадать или нет? Как-то далековато я её посадил. Он по ней будет или нет попадать? Если да, то это плохо. Не попадает, отлично, все хорошо. Так, давай-ка быстрее мне. Быстрее. Ага. Вот так вот, отлично. Ну, что-то я слишком близко орех посадил. Ладно, пускай будет. Отлично. Так, ну здоровье у меня радует, что у них обычное здоровье, понимаешь? Не ведро, не... Как эта хрень называется? Да твою мышь. О, а я все потратил. Охереть. Вот так вот поставим, я надеюсь, успеет вырасти. Не успеет. Не успеет. Ай-яй-яй, это что-то переборщил. Так, мне нужно кабачок взять. Все, хорошо. Хорошо. Пока держимся. Так, вот здесь вот что-то наглеет. Так, быстро, два солнышка. Еще одно быстрее. Не успею. Ага, есть. А сейчас еще волна будет, а у меня внизу вообще ничего нет. Да, блин, сверху еще. Ты что, издеваешься? А у меня за 125 только можно поставить, да? Фух, успел поставить. А кого против него ставить? Ну, давай, за 100 есть катапульта. Допустим. Ну, что-то это слишком близко. Он еще и жрать, что ли, будет? Подожди, или только стрелять? Он и стреляет, и жрет, ты прикинь? То есть это вдвойне сложнее. Так, заколебешь. Я не это хотел сделать. Так, хорошо. Все. Более-менее у нас уже есть хорошая защита. Все, теперь я не боюсь. Сейчас вот этот вот ряд засадим арбузами. А все, что у нас есть, из этого повыкапываем. Вот так поставим. Вот эти два ряда будет защита, а этот ряд с арбузами. И великолепно. Ой, как видишь, справились. Так, давай ко мне еще. Ага. Так, здесь уже тыкву потрепали, конечно. Ставим вот так вот, на всякий случай. Арбуз, кстати, прям вообще мощь. Мне нравится. У него урон, по-моему, высокий, да? Смотри, растение. Арбуз. Да, большой урон. Прям вообще великолепно. Мне нравится он. Хорошо. Так, у нас тыква готова. Пускай, ладно, фиг с ним. Мы тут поставим две ряда тыквы, а в них внутрь еще и поставим орехи. Прям великолепная защита будет. Так, ведра и конусы, я стопудово уверен, что их тут не будет. А, блядь, вместо ведер же будут вот такие вот, я так понимаю, да? Орехи. Ладно, подожди, здесь я поставил, а вверху мне что ставить? Вот тут вот. Ладно, пускай мина, я надеюсь, прокатит. Смотри. Арбуз не справляется, прикинь. Насколько они мощные. Так, тыква, давай вот так вот. Офигеть. Не справляется арбуз. Дожились. Так, капец. Ты вообще тут не всрался.
Давай кабачок сразу. Не знаю, кабачок на мину пока не успели накопить. А хотя мы уже на арбуз успели накопить. Быстрей. Плюс еще у нас две тыквы тут. Сейчас еще сюда на всякий случай посадим орех и нормально. Все, зашибись. О, так, еще два арбуза, это 600 надо, да? Ой-ой-ой, внизу почти есть пробитие, ага. Так. Ну все, пока нормально. Да, вот этот уровень реально сложно в целом. Хотя это, знаешь, скорее морально сложно. Так-то смотри, я ни одну линию не пропустил, ни одно растение, они у меня даже солнышек не убили. Вообще язычник. Так, мне надо арбузик тут поставить. 300 штук стоит. 300 солнышек многовато, блин. Хотя арбуз, но он крутой. А, подожди, он же когда попадает, он еще и по бокам наносит урон. То есть не эта клетка, еще одна сверху, одна снизу. То есть по квадрату, так вот, вокруг него. Потому что тогда вообще шикарный арбуз. Либо не по квадрату, вот так вот, плюсиком. Вокруг него. Тут тоже фиг знает. Ставим так. Хорошо, и здесь тыковку надо сразу поставить. Так. Ставим. Ну да, это у него полно здоровья, но зато у меня и тыква тут есть. Заколебется жрать. Но все равно много, слишком много потратить здоровья у тыквы. Я не хочу этого. Нет, не надо. Хорошо. Ну все, теперь спокойно можно все засаживать, закапывать, откапывать. Теперь уже на все хватит великолепно. А, я ж колючки еще взял. Тогда давай и колючки сажать. Тогда на вот эти вот пофиг защиту. Защита у нас уже есть целая. Орехи можно везде поставить, они дешевые. Вот тыква не из дешевых. Так, есть. Тут тоже колючку поставим. Так. Ну все, отлично. Тыковку можно... Да пока не стоит ставить ее. Полно здоровья еще. О, тем более последняя волна осталась. Вообще фигня. Ну и все отлично, замечательно. Вот мы и справились. Что-то как-то даже слишком легко было. Да, смотри, урон идет от тыквы, от арбуза, пах, сразу по всем, отлично. А тут два арбуза, и сверху, и снизу, то есть они двойной урон, помимо того, что у самого арбуза огромный урон, но еще двойным бьет именно по линиям. Хорошо. Хорошо, в меню. А нет, это мы уже поиграем в следующий раз. Садзен, все нормально, да? А в магазине, что у нас есть? По-моему, ничего из этого я не покупал. Кстати, а вот так вот. И подожди, если ты помнишь, что мы покупали в прошлый раз, как раз таки напиши, кстати. Дерево я тоже вот так вот только чуть-чуть вырастил, и все, на один раз. А на этом все. Все ссылки в описании, пиши любой комментарий, пожалуйста, дальше видео продвинусь. Также подписывайся на канал, чтобы видеть следующую серию. На этом все.